Приветствую вас, уважаемые комрады и коллеги по хобби. Отсняв серии по АКО Беркут 5 и по АКО 40 Спро, захотелось вспомнить легендарную Асечку Гаррета SE-250 и посмотреть и показать, как она реагирует на различные монеты, различные металлы и в каких сегментах это все показывает. Начнем с одной копеечки. Ранние советы. В четвертом сегменте. Всего их у АСИ 12. Две копейки ранние советы. Монетка покрупней. В пятом сегменте. Извиняюсь за громкость звука, но в Асечке, как многие знают, он не регулируется. Один из недостатков. Приходится постоянно работать в наушниках. Да и больше рекомендую наушники, конечно. 3 копейки ранние советы. Монета крупная. В шестом сегменте. 5 копеек СССР. Здесь, как видите, сигнал уже более звонкий. Теперь 1 копеечка Николая II. Девятый сегмент. Звук тоже хороший, звонкий. 1 копейка масонская 1837 года. 8-й сегмент. Деньга. 10-й, 11-й. Монетка покрупнее. 5 копеек Николая II. Десятый, 11-й сегмент. Ну и 5 копеек Екатерины. Самый высокий 12-й сегмент. Звонкий сигнал. Пуговка Орлянка прыгает с 6-го на 7-й, заскакивает иногда на 5-й. 10 копеек ранние советы, Белончик. Хороший сигнал на серебро. Теперь возьмем 15 копеек Николая II. Хороший звонкий колокольчик. Двадцать копеек Николая II. Хороший копаемый сигнал. 10 копеек. Крестик тонковатый и сигнал ниже, но все равно копаемый. Хотя в этом сегменте попадаются и пробки, и все остальное, и гильзы. 10 копеек. Хороший высокий колокольчик. 10 копеек скатанную в клубок. В 4-м сегменте сигнал низкий. 20 копеек 36-го года ранние советы будут звучать вот так.
как серебряная цепочка в клубочке. Ну и самое интересное для всех, как звучит золото. Обручалочка золотая. Звучит тоже в четвертом сегменте. Тоненький золотой образок уже звучит в третьем, перепрыгивает в четвертый сегмент. Тоненький золотой крестик в третьем сегменте. В этом сегменте на полях всегда попадается фольга. Золотая печаточка. Сигнал хороший, высокий. Но Аська показывает его как пробочки пивные. Но такие сигналы надо копать. И теперь проведем тест на стопку монет. Как Ася среагирует медных. Такая вот стопочка. Ну, с Асей такие сигналы копаются. В чернину не кидает. В цветных сегментах. Хотя и в низких. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте комментарии. Если кому-то интересно посмотреть, как реагирует на такие же монетки, на такие же металлы АК Беркут 5 и АК 40 Спро, переходите по ссылочкам и смотрите. Будет, наверное, вам интересно посмотреть. До новых встреч на канале, друзья. Подписывайтесь. Всех благ вам и вашим близким.